генерал майор. Оперативная группа Чуловского района Луганской республики успешно закончила и выполнив задание, прибыла к месту дислокации. Пострадавших нет, происшествий нет. В полном составе построено. Доложил начальник оперативной группы полковник полиции Смирнов. Спасибо вам за службу, за отличное несение службы без происшествий. Самое главное, что все здоровы, все вернулись. И нам без водителей тоже тяжело, поэтому немножко отдохнул, идем хорошо. Встретили вас, чтобы произведать или вышли вам после сразу прибытия жизни. Я хочу вам руководство, тебя лично еще поблагодарить. Огромного вам спасибо.